В рамках ежегодной акции «Библионочь» в Захаровском доме культуры прошел квест «Ночной дозор» по роману российского писателя-фантаста Сергея Лукьяненко. В рамках реализации проекта «Культура малой родины» участников квеста поприветствовали активисты Одинцовского отделения «Единой России». Участники должны были добыть секретные слова, решить нехитрые задачи, зайти в другие библиотеки и там собрать как можно больше элементов загадки. Наградой победителям стало приглашение на встречу с писателем.